Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и сегодня мы проведем целый день в голубом цвете. Да-да-да, сегодня мы будем скупать абсолютно все голубого цвета, при этом мой бюджет будет неограниченный. Я могу покупать как дорогие вещи, очень дорогие, так и супер дешевые, если они мне, конечно, понадобятся. Как видите, я уже немножечко подготовилась, нашла у себя в гардеробе вот такую голубую толстовочку, так что я уже готова вступать в бой и искать кучу крутых голубых вещей. Ну, не только вещей, а вообще всего-всего-всего. Ну, а от вас, ребятушки, нужно лишь только одно, чтобы вы поставили лайк под это видео и поделились этим видео с друзьями. Ну и, конечно же, оставляйте комментарии, чтобы попасть в мой следующий ролик. Ведь сейчас я передам приветы своим активным подписчикам, которые писали много комментариев под прошлыми роликами. Итак, ребята, ваши комментарии появились. И огромный вам привет. Желаю вам всего самого крутого, всего самого прекрасного, только солнечных дней в вашей жизни, чтобы у вас всегда было хорошее настроение. Ну, а мы сейчас с вами отправляемся в магазин, чтобы закупать совсем голубым. Погнали! Так, ребята, я уже в магазине. И как вы думаете, в какой магазин я отправлюсь в первую очередь? Предлагаю вам прямо сейчас угадать в комментариях. Но а на счет три я вам скажу. Раз, два, три. Та-дамс! Это будет, конечно же, Starbucks. Если вы подумали, что я пойду в Starbucks, то вы просто умнички. И сегодня вы найдете кучу денег на улице. Угу. Или получите много лайков. Ну, или что-то еще хорошее. Короче, сначала мы идем в Starbucks. Та-дамс! Ради этого я сюда пришла, ребята. Смотрите, какая классная голубая кружечка. А вернее, это голубой тамблер. А еще здесь есть вот такая голубая кружка. Но кружка голубая у меня уже есть, поэтому я не вижу смысла ее покупать. А вот этот тамблер точно должен отправиться со мной домой. Так что из этого всего, что я вижу голубое, подходит мне только вот этот тамблер. Ну а вы, ребят, напишите в комментариях, нравится вам такой тамблер или нет. И хотели бы вы его себе домой. Ну а теперь погнали его покупать. Ну что, ребята, первая покупочка совершена. Первый голубой тамблер у меня уже в пакетике. Теперь предлагаю что-нибудь, чем-нибудь перекусить. Как вы думаете, что можно найти голубого цвета, чтобы это можно было съесть? Напишите в комментариях. Ну а я пошла на поиски. Так, ребята, кажется, мой завтрак нашел меня сам. Посмотрите на это мороженое. Оно даже называется голубое небо. Нам точно нужно его попробовать. А еще я здесь нашла вот такой вот голубой протеиновый батончик. Мне кажется, он мне тоже подойдет. Помимо всего этого голубого, есть еще мороженое единорожка, но оно немножко разноцветное, оно такое больше радужное. Но все равно там большая часть голубого, поэтому мне кажется, нужно взять и то, и выяснить, какое вкуснее. Здравствуйте, можно мороженку? У меня один шарик голубое небо и один единорожку. И вот протеиновый батончик вот такой. Голубенький. Ну что, ребята, зацените мой голубой завтрак. Я себе купила еще вот такую голубую водичку. Супер голубой протеиновый батончик. Ну и самый главный гость моего завтрака – это голубое мороженое. Сверху голубое небо, а снизу единорожка. Я буду пробовать исключительно голубой цвет. Начнем с голубой части единорожки. Это на вкус как bubblegum. Как будто жвачку ем. Балдеж, ребята. Очень вкусно. Мороженки единорожка я ставлю 5 баллов из 5. Теперь пробуем голубое небо. Тут тоже, мне кажется, вкус будет очень необычным. Пахнет ничем. Это тоже почему-то bubblegum. Что за прикол? Они оба со вкусом bubblegum. Попробуй. Ну да, прикольно. Мятный как будто даже, да? Очень необычно. Короче, знаете, голубое мороженое, оно со вкусом жвачки. Если бы не этот голубой челлендж, я бы его никогда не попробовала. Мы сейчас с какими-то вкраплениями. Прикольная. Типа мармеладки. Мороженка была зачетная. Теперь давайте попробуем этот голубой протеиновый батончик. Оно не голубое. Посмотрите, у него просто какой-то тусклый желтый цвет. Пахнет зато зачетно. Вкус называется пина колада. Это невкусно. На вкус он кислый. Консистенция похожа на пятку. Знаешь, как будто пятку почистили. О, фу. Не мое. Остается только голубая вода. О, вода хорошая, освежающая. Прям как надо. Никому не рекомендую этот голубой батончик. Пина колада. Мою проверку на вкус он не прошел. Он был отвратительный. Ну что, ребята, с завтраком, в принципе, мы с вами разобрались. Он был голубой. В принципе, неплохой. Жить можно. Так что сейчас отправляемся шопиться. В первую очередь я хочу посмотреть какие-нибудь голубые шмоточки. Так что прямо сейчас мы отправляемся в H&M. Так, я поняла одну вещь, то что голубой цвет очень универсальный. Вся джинсовая одежда, она в принципе голубая, так что можно выбрать себе какие-нибудь классные джинсики.
Балдеж, ребята, тут такая классная новая коллекция, столько ярких цветов, зеленые, оранжевые вон той стороны, все такое классное, яркое. Но помимо всего того, что мне не подходит, я нашла целый отдел с голубой одеждой. Наконец-таки, посмотрите, тут столько всего голубого. Есть очень красивые разные голубые жилеточки. Тоже тут есть футболки, которые мне очень нравятся, с Микки Маусом. Но они не очень голубые, смотрите, у него только голубые бусы. Но они мне так нравятся, они прям в моем стиле. Так что я сейчас буду тут выбирать. Джинсики так, например, вообще прям огонь. Вау, бомбические. Еще мне нравится то, что они длинные, потому что у меня часто джинсы короткие. Нужно взять, померить, и к ним как раз-таки вот такая голубая футболочка. О, есть футболочка ковбой. Тоже голубенькая. Берем. Так, ребятушки, я уже в примерочной и кое-что примерила. Надеюсь, вы готовы посмотреть на мой первый голубой лук. Та-дамс! Это вот такая вот футболочка ковбой. Она мне очень нравится, она такая приятная. И голубые брючки. Если честно, то джинсы я нашла только одни голубые, поэтому все луки я буду мерить вместе с ними. Это вау, ребята! Я померила второй голубой лук. Это такая толстовка. Она очень классная, очень удобная. У нее безумно длинные рукава. И она очень-очень комфортная. Ну и смотрится, в принципе, прикольно. Та-дамс! Ну и лук номер 3, наверное, самый уютный. Он такой больше осенний, скорее всего. Это вот такой вот голубенький кардиганчик. Легкая футболочка. Голубенькая, конечно. Ну и все те же брюки, потому что я больше никакие джинсы не выбрала. Они там все какие-то дырявые, либо черные. Короче, мне не зашли. Самый, наверное, уютный, самый комфортный, самый балдежный лук из всех. Так что я голосую за лук номер 3. Ну а какой вам голубой лук понравился больше всего? Скорее пишите в комментариях. Но прямо сейчас мне придется сделать сложный выбор. Выбрать между третьим, вторым и первым луком и что-то купить. Как вы думаете, что я купила? Скорее пишите. Да я уже вышла из примерочной. И смотрите, мне кажется, я нашла идеально голубую сумку. Она такая милая, божечки. Ну что, ребята, можете меня поздравить. Голубой шопинг одежды свершился. Вот он мой пакетик. Как вы думаете, что же я все-таки купила? Лук 1, лук 2 или лук номер 3? Скорее пишите в комментариях. Ну а теперь я предлагаю закупаться по полной. Так что погнали в огромный гипермаркет. Та-дамс! Я уже в огромном гипермаркете и готова закупаться всем подряд. Сейчас мы посмотрим, что же тут крутого, голубенького сможем найти. Смотрите, во-первых, здесь уже полный back to school. Я обожаю всякие разные тетрадочки, ручечки, в общем, канцелярию. И мы сейчас постараемся найти здесь очень много крутой голубой, самое главное, канцелярии. Я уже нашла голубую тетрадку, но ее прикол в том, что она только под географию. И тут должны быть какие-то крутые информации. Тут реально есть информация. Я обожаю такие тетрадки, где что-то написано. Страны мира и их столицы. Можно что-то новенькое выучить. Как раз-таки мне не помешает. Берем. Первый товар у нас уже в корзине. Я хочу глобус. Это не твой челлендж, прости. Реально есть голубой глобус. Есть большой глобус. И есть карта мира. Я бы хотела себе такую на самом деле купить. Смотрите, какая она классная. Стоит всего лишь 300 рублей. Я думаю, то, что это стоящая покупка. Самое главное, что она голубая. И мы ее берем. Следующее, что здесь есть, это голубые стаканчики под ручки. Есть вот такой вариант. Мне очень нравится. Фирма Эрих Краус. Качественная. И есть еще вот такой вариант. Немножечко похуже. И есть еще вот такой вариант. Немножечко получше, чем вот этот. Мне кажется, этот самый крутой будет. Стоит 169 рублей. Люблю неограниченный бюджет. Можно все брать. Но вы прямо сейчас пишите в комментариях, есть у вас дома глобус или нет. У нас когда-то был. Мы его покупали тоже на каком-то челлендже. Но при переезде он потерялся. Поэтому, может быть, реально нам сейчас купить глобус. Как вы думаете? Я бы даже, наверное, взяла. Вот только вопрос, большой или маленький? Большой или маленький? Большой или маленький? Большой, большой, большой? Большой. Ура! Кто хочет такие ролики, там Денис будет покупать себе все, что захочет определенного цвета. Давайте под эти видео соберем сколько лайков? 20 тысяч лайков. Да, и Денис будет скупать все определенного цвета. Собирайте под этим роликом 20 тысяч лайков. Что-то мне кажется, он мало лайков попросил. Давайте 25 тысяч лайков. Тогда я точно увижу то, что вы такое хотите. Пришвартовываем тут мою тележку и ищем голубые тетради. Походу, я уже нашла целый блок голубых тетрадей. Здесь она голубая, здесь зеленая. О, вот это
классная, смотрите, с кошечкой. А с другой стороны, желтая. За что такое? Нужно два цвета уже челленджи устраивать. Голубой и желтый, чтобы такое взять. Тут тоже они все наборами и все разных оттенков. Вот, мне кажется, я нашла что-то голубое. Аж за целых 120 рублей одна тетрадка. Вау, какая она крутая. Ребята, какая красивая. Посмотрите, у нее какие поля. И еще вот такая голубая тетрадка. Ой, она в линейку, прикольно. Так что да, пока что у нас только две голубые тетрадки. Здесь у нас всякие разные альбомы для рисования. Давайте искать голубые с китом. Идеальный вариант. А вот это то, что мне нужно. Такой стильный альбом для рисования, зацените. И у него листы не идеально белые, а такие немножечко под старину. Балдеж. Очень стильный. Стоит такое удовольствие 200 рублей. Идеально. Погнали, положим в телегу. О, ребята, смотрите, еще голубая тетрадочка. Make today amazing. Еще голубая. Сколько я сегодня найду голубых тетрадок? Смотрите, еще голубая тетрадка. Я, походу, еще одну голубую нашла. Она прям идеально голубая. Вот он, идеал красоты голубого цвета. Погнали, их положим в тележку. Мою тележку легко распознать. Она вся голубая, посмотрите. Теперь давайте смотреть школьные дневники. Вдруг тут будут голубого цвета, но еще тут всякие блокнотики есть. О, зато есть голубые ручки. Раз, два, такая вот три голубая. Это больше синяя, вот такая вот четыре. Мы с вами нашли уже четыре голубые ручки, это успех. Ну-ка, может, и найдем голубой блокнотик? Вот, идеальный вид. Маленькая куколка. Балдеж, ребята. Походу, я еще один нашла. Классный. Какой вам нравится больше, с оленем или с котиками? Мне, наверное, с котиками больше нравится, но я возьму два. Вот это кому-нибудь подарю. Ну, а теперь мы с вами в отделе со всякими точилками. И тут их очень много голубого цвета. Вот первая с голубым хомяком. Вот еще голубая точилка. Да, это очень необычная точилка. Есть еще вот такая классическая голубая точилка. Походу, я снова собираю коллекцию точилок. У меня теперь уже есть три голубых. И мне очень повезло, здесь даже есть голубой циркуль. Вот это везучесть. Вау, есть еще одна голубая точилка, ребят. А есть голубые ластики? Ого, балдеж, посмотрите. Просто два идеально больших голубых ластика. Мне сегодня везет. Целый набор линеек, зацените. Тут и треугольник, и специальный вот такой вот кружочек. И обычная классическая линейка. Идеально. И еще вот такую, наверное, тоже возьмем. Она тоже голубая. Полный back to school. Кстати, ребят, о Back to School, кто хочет отдельное видео, где я буду скупать только канцелярию по цветам, обязательно об этом напишите в комментариях, если будет много желающих, если будет много комментариев, потому что да, Маша, покупай канцелярию по цветам, я обязательно сниму это видео для вас. Ну, а я продолжаю тут рассматривать всякие разные блокнотики, и смотрите, какую красоту голубого цвета я нашла. Это дневник. И он с кожаной обложкой. И самое главное, он голубой. А еще здесь есть вот такой вот. Это дневник, он тоже кожаный. Балдеж, ребят. Кстати говоря, такой дневник стоит 500 рублей. Мне он, к сожалению, не нужен, но я бы его с удовольствием взяла. И этот дневник тоже я оставляю. Но имейте в виду, что они тут есть и очень классные. Смотрите, я нашла голубую гуашь. Она еще и с единорожкой. Идеально. И еще мне приглянулись вот эти карандаши. Но, блин, они синие. Прикиньте, они стоят 900 рублей. Два карандаша и точилка за 900 рублей. Что за мажорский отдел? А вот эти ручки по мне. 150 рублей за целых 6 штук. И они голубые, идеально. Ладно, если бы вот эти карандаши были не синие, а голубые, я бы их взяла, потому что я сегодня скупаю все голубого цвета, и даже пофигу, что они стоят 900 рублей, бюджет-то не ограничен, но они, блин, синие. Та-дам! Мы с вами плавно переместились в отдел с портфелями и папками. Давайте посмотрим, что здесь можно найти голубого цвета. Так, ребята, давайте выбирать, какой портфель мы хотим голубого цвета. Вот этот очень классный, тут какие-то инициалы, типа ЛС, Лариса Сергеевна. И внутри он достаточно прикольный, у него есть большой отдел, маленький отдел, и сзади отдела нет. Вот это печально. Мне нравится то, что он такой перламутровый, очень приятный. А вот эта штука, она антистресс, слушайте. Когда сидишь и нервничаешь на паре, можно вот так делать. И тебя обязательно выгонят. Мне нравится этот портфель, но есть еще и вот такой голубой портфель. Он уже более какой-то классический, что ли, прям, я бы сказала, какой-то женский. Вообще на школьный не похож. Как тебе? Классный? Мне кажется, вот этот более универсальный. Так что я возьму вот такой вот классный голубой рюкзак. Мне он очень нравится. Я хочу присмотреться к вот этому пеналу. Крутой. Вот этот возьмем. Он работает, он закрывается. Мы все проверили, берем.
Вау, есть еще вот такой голубенький. Кстати, много пеналов голубого цвета, удивительно. И они многие, практически все, такие более девчачьи. Потому что вот этот с блестками, допустим, очень классный. Мне нравится, его можно использовать как косметичку. Итак, мы выбрали с вами два пенала и голубой рюкзак. Панч, панч. Смотрите, какой есть чемодан. Он с рыбами, что ли? Он подходит. Ну, сразу видно, что я на море поехала. Есть маленький чемоданчик, а есть чемодан прям побольше. Так что я, пожалуй, остановлю свой выбор на вот этот крутом гламурном чемодане. Йоу, ребята, мы выбрали с вами первый чемоданчик. Кладем его сюда вниз. Смотрите, что я нашла парашютиста. Помните, мы такого зеленого покупали? Теперь давайте купим голубого. О, отдел с игрушками. Это же голубой шарлол. Это гигантский шарлол голубого цвета. Я его обязана взять. Тут еще один есть. Они разные? Давайте возьмем два. Вот будут приколы одинаковые. А есть какая-нибудь голубая Барби? Да, есть, смотрите. Но это, правда, не сама Барби голубая, а упаковка голубая, но внутри будет какой-то сюрприз, какая-то маленькая русалочка. И что там внутри, мы узнаем только после покупки. Вот это поворот событий, посмотрите. Есть Барби с голубыми волосами. Как вы считаете, я могу ее купить? Наверное, я с вами соглашусь, у нее только волосы голубые, но она классная. Такие есть прикольные штучки, голубенькие. Типа какие-то снежинки, давайте возьмем. О, есть голубая слизняк, она синяя, тоже не голубая. А слайм голубого цвета, да, есть, ребята, прикиньте, он реально голубой, он даже не синий, он не синий, он голубой. Берем. И даже есть набор голубой, смотрите, слайм. Супер слайм тайм, он голубой, слайм голубой, значит, эта штука мне подходит. В этом отделе вроде все. Вот это вот еще возьмем голубое и все, и пойдем в соседний. У меня был такой шар. Помните, мы покупали на каком-то челлендже? Крутой. Давайте возьмем еще. Тут 5 разных сюрпризов. Должно быть весело. Мини-фигурка будет внутри, а какая неизвестна. Смотрите, голубенькая. Подходит? Берем. Давайте сразу несколько. Голубые пульки. Тебе нужны такие? Ну и мне, значит, не нужны. Мы должны найти голубую машинку. Тут есть синяя машинка, но теперь я понимаю, что она больше голубая, но мы такую же, помните, да, покупали. Да, мы такую взяли. Красивая. Вот, голубая. Голубой крокодил. Офигеть. Она найдена очень быстро. Голубой крокодил. Это очень неожиданно, но до сих пор продаются басики. Можно купить вот такой большой голубой бассейн. В прошлом году у нас был похожий. Правда, мы в нем практически не купались, потому что у него была постоянно холодная вода. Но я надеюсь, что в этом году мы успеем покупаться в этом бассейне, потому что я хочу его взять. Очень хочу, он классный. Давайте посмотрим теперь, что есть в отделе для праздника. Слушайте, я поняла то, что тут можно собрать целый такой отдел с поздравлениями. Тут есть голубая вывеска, голубые салфетки, голубая гирлянда вот такая, еще какие-нибудь голубые шарики найти и все. Можно куда-нибудь ехать на выписку какого-нибудь сына. Но мы тут возьмем только голубые салфетки. В принципе, их много не бывает. Смотрите, какая она классная. Голубая хрюнька. Давайте мы ее возьмем. О, ребята, я нашла голубую пену для игры в ванной. Прям написано «голубая». Пора бы их отправить в нашу корзинку. Пау! Есть такой голубой крабик. Прикольная штучка, хочу это протестировать, так что возьмем. И тут есть всякие разные игрушки, которые можно жмякать. Например, вот такая прикольная голубая собака. Ребята, она голубая, она голубая, давайте ее возьмем. Ребят, найдено еще 2 голубые игрули. Продолжаем искать. Мне кажется, это судьба взять вот этот голубой трактор. Это цемент, это типа Play-Doh. Ну, а здесь я не знаю, что такое. О, я так его хочу. Я так люблю Play-Doh, капец. Вся серия Lego City, она по сути голубая. Все упаковки голубые. Но я хочу выбрать что-то, что само по себе будет голубое. Тут, смотрите, зеленая машинка не подходит. Такой вот подводный мир. В принципе, подходит, потому что он подводный. Но детальки тут по большей части вообще не голубые. Самое голубое здесь, мне кажется, это вот это. Тут больше всего голубых частей. Тут и полицейская тачка, и такой голубой камень драгоценный. Так что мы берем вот это Лего. Хитрый финт или космос против зоопарка. Голубая. Как оживают снеговики. Мне кажется, вот это самое интересное. Давайте ее возьмем. Я очень хочу ее почитать. Вы думаете о том же, о чем и я? О голубых папках? Нужна ли мне голубая папка? Вот в чем вопрос. Я думаю, пригодится. Офигеть, ребята, голубое ведро. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Мусорное ведро. Идеально же. О, конверт с кнопкой. Мне такой нужен. Берем. Ножниц много не бывает. Эти вообще бюджетные. 300 рублей 3 штуки. Каждой ножницы по 100 рублей. Капец, где такие цены они нашли? Опа,
Их можно только тоже два блока купить. Прикольно. Будет целый запас папок и бумаги дома. Готово. Ура! Мы в моем любимом отделе с подушками, с пледами, с покрывалами. Вот этот, мне кажется, больше зеленый, чем голубой. О, вот этот бомбический, он такой прям толстенький. Он классный. Берем его. Это прям плед, прям классный плед. Ой, какой он крутой, он еще и по скидке за 1500 всего. Ох, они такие тяжелые, давайте закинем в тележку, а то прям вообще капец. Плюх. Ну что, ребят, голубой плед и даже покрывало мы с вами выбрали. Теперь давайте поищем голубые подушки. Та-дам! Тут, кстати, много голубых подушек. Вот на такой подушке я тут уже спала. Кто видел видео 24 часа в магазине, обязательно посмотрите. Кто не видел? Теперь, наконец-таки, у меня такая подушечка будет дома. Голубой макарунчик. Она очень мягкая и очень классная. Голубые кроксы. Но это закос на кроксы. Это не кроксы. Кроксы не могут столько стоить. Они стоят в 10 раз дороже. Моя самая-самая любимая чешуйка. Она с одной стороны голубая, так что официально можно ее брать. Давайте что-нибудь напишем. Та-дамс, ребята! Ну, в общем, вы поняли мой тонкий намек. Сюда вот в тележечку. Вау, мы же тапочки не покупали давно. Тут есть даже сланцы. Вот это детские сланцы. Они, конечно, голубые, а вот эти уже нормально, мой размерчик. Прикольные, давайте их возьмем. И тапочки. Вау, какие классные тапки. Они меховые. Вау. Кто тоже любит меховые тапочки, с вас лайк на видео. О, ребят, смотрите, идеальные голубые носки. Ну а что, носков много не бывает. Чух. Та-дамс! Мы с вами в отделе со всякими штучками для дома, но до этого я заезжала в отдел с напитками. И как вы думаете, нашла ли я там голубой? Конечно, да! Смотрите, я взяла практически целую упаковку голубого напитка Фантола. Он очень вкусный, кстати говоря. Здесь есть вот такая офигенная голубая корзина для складывания грязного белья, но я, честно говоря, не люблю пластиковые корзины, поэтому я ее брать не буду. Вау! Тут есть еще вот такая вот, не то чтобы корзина, такой вот тазик голубой. Не, ну а что, я девушка хозяйственная, он мне пригодится. Кладем в корзинку. Это очень странно, тут чемодан, ведро и тазик. Кто также в шоке, как и я, что бывает столько много голубых контейнеров? Есть такой голубой контейнер, но он мне не нужен. Есть еще вот такой голубой контейнер с крышкой. Смотрите, как удобно. Вау. Как вы думаете, для чего его можно приспособить? Штука крутая, но как его использовать, я не знаю. Поэтому пока что брать не буду. От этих голубых вещей я точно не откажусь. Полотенец никогда не бывает много, поэтому... Есть такое голубое полотенце. Ой, оно такое мягкое, такое махровое. Давайте возьмем две штучки. Есть еще вот такие голубые полотенца. Они такие приятные, ребята. Они прям, боже. Они прям бушка. Бушка. О, тут есть целый ряд с полотенцами по цветам. Маленькое, среднее и большое. Идеальный комплект собран. Не, ну я лайфхакерша. Вы тоже это видите? Миллион голубых тамблеров и миллион голубых кружек. Вот этот тамблер очень крутой. Я хочу себе такой взять. Он классный. Давайте возьмем его. Где-то место-то. И хочу взять вот такую бутылочку для воды. Она очень удобная, маленькая. Ее везде можно брать. И я только сейчас заметила, что здесь есть вот такая вот тоненькая бутылочка для воды. Она из той же серии, что вот эта, поэтому я думаю, их нужно брать вместе. Вонючка для дома. Я обожаю такие бутылечки со всякими ароматами. Честно говоря, я океан бы не стала брать, если бы не челлендж. Но он голубой, поэтому давайте возьмем, поставим в туалет. Я хотела выбрать какую-нибудь голубую кружку, но с кружками тут прям проблема. Они все какие-то, во-первых, некрасивые, во-вторых, голубых тут вообще нет. Голубые перчаточки. Я до последнего не хотела заходить в отдел со всякой бытовой химией, потому что тут очень много всего голубого. Я зашла и могу выдохнуть. Тут очень много не голубого. Просто посмотрите. Тут все фиолетовое. Вот тут немножко голубого, и то это синее. Синее, зеленое. Это у нас концентрированный ополаскиватель белья. Ну, прикольно, тема хорошая. Голубенькая, давайте возьмем. Опа. Почему бы нет? Давайте 6 килограмм порошка возьмем. Как бы, почему бы нет? У нас место есть. Идеально. Голубые чипсики Принглс. Туруруру. Да-да-да, ребята, я нашла голубые чипсики Принглс. Я обязана их просто взять. Это какой-то арахис жареный. Ну, у меня Денис любит арахис жареный, поэтому возьмем целую банку жареного арахиса. Бах. Это сухарики, три корочки со вкусом бекона.
Я их обожаю, они очень вкусные. Давайте возьмем прям побольше. Это сухарики голубенькие. Это идеально. Ну что, ребята, прямо сейчас мы отправляемся на поиски голубых вкусняшек, шоколадных, сладеньких, конфеточек, там всяких мармеладок и так далее. Родные просторы с кокосовой стружкой, это должно быть очень вкусно. Я обожаю родные просторы, давайте возьмем. Так вот берем, вот так вот кладем. И еще я знаю точно, что голубое. Это Баунти! Тут нужно брать целую коробку, смотрите, на нее скидка бешеная. Было 1300, сейчас 860 рублей. И еще тут есть голубой Сникерс, только его нужно прям доставать. В принципе, мне этого будет достаточно. Продолжаем искать все голубого цвета. Смотрите, я нашла шоколадку. Шоколад воздушный, молочный. Кстати, никогда не пробовала темный воздушный шоколад. Есть еще вот такая шоколадка, тоже голубая, кокос вафли. Кстати, она безумно вкусная. Кто не пробовал, рекомендую. Ту-ру-ру-рун! Денис мне тоже помогает искать вкусные голубые шоколадки. Вот нашел с водкой. Берем. Я тебе такие дарила на Новый год 2 года назад. У нас когда был адвент-календарь, я Денису дарила такие конфеты. Они прикольные, они реально как будто с алкоголем. Давайте возьмем и кого-нибудь разыграем. Зацените Риттер Спорт с кокосом. Почему все, что с кокосом, оно голубое? Что за маркетинговый ход? Берем побольше. Киндер-сюрпризы Макси. И они голубого цвета. Они супергероями. Давайте возьмем прям побольше. Сначала я хотела взять всего лишь 2 яичка. Но потом я подумала, что мой бюджет не ограничен. Поэтому мы возьмем целую грохотку шоколадных Киндер Макси. Шикарно. Самое главное, они в безопасности. Ой, вот это кто-то уже сломал. Вот, ребята, называются крутой дрифт. У-ля-ля, я такие никогда не видела. Покупали ли вы такие шоколадные яйца? Напишите в комментариях. Тут такое есть интересное дело, называется распродажа. Вот, и я бы в него не заходила, если бы там не столько голубых вещей. Ой, какое-то странное дело. Надо? Может, это надо? Голубые полоски для лица. Это типа, чтобы удалять волосы с лица. Волосики с лица будут удалены. Денис себе нашел Рафаэла. Булочки для гамбургеров по скидке, но они не голубые. 75 рублей 10 штук, и она голубая. 7,50 за штуку. Офигеть, я таких цен никогда не видела. Конечно, берем. Ну давай побольше возьмем. Давай, тогда. Видели, что мы это, затариваемся. Я не могла пройти мимо этого отдела, ребята, с сухими завтраками. Тем более, тут есть вот такие вот голубые хлопушки. Забираем. Оп, шикардос. Просто посмотрите на мою гигантскую голубую тележку. Столько всего голубого я точно не ожидала найти. Тут и полотенца, и пледы, и подушки, и даже куча киндеров, которые я уже хочу открыть и посмотреть, какие там игрушечки. Ну и, конечно же, слопать голубой шоколад. Ну что, ребята, походу мне пора отправляться на кассу, потому что моя тележка уже кое-как передвигается, и я, если честно, уже очень устала, потому что сегодня был супер-пупер-мега насыщенный день. Мы были с вами в Starbucks и покупали одежду, и даже позавтракали очень странным голубым завтраком, но сейчас я смогу и подкрепиться не только этим завтраком, но еще у меня тут куча голубой еды, которую я сейчас планирую поесть. Так что да, я пошла на кассу и надеюсь, что вы уже поставили лайк на это видео и написали в комментариях, какое видео вы хотите следующим. Но я вас очень сильно всех люблю, желаю вам прекрасного настроения, увидимся в новых роликах и пока. Ну а я погнала!